Может быть, кто-нибудь спросит, что мы имеем в виду, утверждая, будто справедливыми нужно делаться, поступая справедливо, а умеренными поступая умеренным. Ведь если поступают справедливо и умеренно, то уже и справедливые и умеренные, так же, как те, кто занимаются грамматикой и музыкой, суть грамматики и музыканты. А ведь это отличный и серьезный вопрос. Если ты уже умеешь писать или уже умеешь играть на кефале, то как же ты не можешь быть музыкантом или грамматиком? Если ты уже умеешь поступать добродетельно, как же ты не можешь быть добродетельным? Это как раз та проблема, которую мы касались до этого и которую в общих чертах я вам описывал. Угу. А может быть, и в искусствах все обстоит не так? В самом деле, можно сделать что-то грамотно и случайно, и по чужой подсказке, но истинным грамматиком будет тот, кто, делая что-то грамотно, делает это как грамматик, то есть согласно грамматическому искусству, заключенному в нем самом. В нем самом, это важно. Аристотель первый нападает на искусство и говорит, даже в искусствах может случайно быть сделан шедевр. Может случайно человек соответствовать уровню искусства, не будучи мастером этого искусства. Но это такое себе, а на самом деле, опровержение. Поэтому ему нужно дать более серьезное опровержение. Более того, случай с искусствами не похож на случай с добродетелями. Совершенство искусства в самих его творениях, ибо довольно того, что они обладали известными качествами, но поступки, совершаемые сообразно добродетели, не тогда справедливы или умеренны, когда они обладают этими качествами, но когда само совершение этих поступков имеет известное качество. Итак, добродетельность не снаружи. Несмотря на то, что добродетельность определяется поступком и видится через поступок, сама добродетельность не снаружи, она внутри. И что же это за внутренние качества? Во-первых, оно сознательно, во-вторых, избрано преднамеренно и ради самого поступка, и в-третьих, оно уверенно и устойчиво. Да, мы видим здесь наш пример с порочным человеком, который внешне поступает добродетельно. От этого он не делается добродетельным, потому что хотя он и поступает сознательно и избирает такой способ поступка преднамеренно, он, тем не менее, не делает этого ради самого поступка. Порочный поступает справедливо, чтобы не получить наказание. Ребенок может совершить добродетельный поступок ради самого поступка и может сделать это даже преднамеренно, но он не может сделать это сознательно, потому что ребенок не обладает соответствующим сознанием. Человек, который случайно совершил добродетельный поступок, вполне мог поступить сознательно и даже ради самого поступка, но явно не преднамеренно. Вот эти четыре качества, я называю их три, хотя Аристотель добавляет к ним уверенно и устойчиво, и определяю внутреннюю добродетельность в кавычках. Именно поэтому одной внешней добродетельности недостаточно для того, чтобы называть человека добродетельным. Мы возвращаемся к аргументу Аристотеля. Контраргументу, который он обсуждает. Контраргумент звучит так. Тот, кто поступает добродетельно, уже добродетелен максимально. Потому что если бы умели писать по-русски без ошибок, вы бы умели писать по-русски без ошибок. Потому что если бы вы умели делать подкову, вы бы были кузнецом. Точка. Аристотель говорит, нет. В отличие от искусств, добродетель имеет не только внешнее, доказывается не только внешними своими проявлениями, как в случае с подковой, но в первую очередь доказывается внутренними своими проявлениями. То есть он должен как-то или гордиться подковой, или... Нет, к искусствам это вообще неприменимо. Не-не-не, я хочу понять разницу просто. Очень просто. Чтобы доказать, что вы пожарник... Нет, это я понимаю. Ага. Если я делаю что-то... Ну, хорошо, я ненавижу тушить пожар. При этом же я все равно пожарник. Да. Более того, вы случайно можете его потушить. Я все равно буду пожарником. И вы все равно... Да, то есть вы случайно можете создать подкову и объявить себя кузнецом. И никто вам не смеет и слова сказать, потому что искусство – это в первую очередь результат искусства. И если вы смогли добиться результата, более того, вам ведь кто-то мог помочь... Да, там ваш папа
как это у нас обычно бывает в стране, да, делал все за вас, а потом говорит, смотрите, какой у меня сын талантливый. Настоящий кузнец, там, вы в 2 годика бегаете, почему-то молоточками стучите, ваш отец говорит, о, вот кузнец Остин. Так не выйдет с добродетельным человеком. Несмотря на то, что добродетель – это строго практика, то есть строго действие, которое имеет и четкое отображение в реальности, все-таки, когда речь идет о добродетели, мы также должны принимать в расчет невидимое основание этого айсберга, находящееся внутри самого человека. Моральность подразумевает не просто бесконечное подчинение законам. Моральность подразумевает какое-то отношение к душе. Банально потому, что мы могли бы не просто создать такого человека, который бы подчинялся законам и ненавидел их, а мы бы могли создать автоматона, который бы подчинялся законам. Но мы бы не могли сказать, что автоматон был бы добродетельным. Именно потому, что у него отсутствовала бы эта вторая душевная часть добродетели. Эти условия, за исключением самого знания, не идут в счет при овладении другими искусствами. А для обладания добродетелями знания значит мало или вовсе ничего. В то время как остальные условия – много, даже все, коль скоро обладание справедливостью и умеренностью рождается при частом повторении справедливых и умеренных поступков. Знание – это решающее свойство для искусств, но не решающее для добродетелей. Ремесленник обладает знанием, да. Но он не обладает сознательностью, преднамеренностью, не выбирает поступок ради него самого, и он не уверен и устойчив. Добродетельный – все это – то есть сознательный, преднамеренный, совершающий поступок ради самого поступка, повторяющий эти поступки уверенно и устойчиво, но он не обладает знанием. Когда мы видим эти две противоположности, для нас автоматически открывается перспектива. Какая? Ну, обладающий знаниями и при этом обладая всеми этими. И кто это? Философ, наверное. Да. Философ и знает, и является сознательным, преднамеренным, совершающим поступки ради него самого, уверенным и устойчивым. Итак, поступки называются справедливыми и умеренными, когда они таковы, что их мог бы совершить умеренный человек, а справедлив и умерен не тот, кто просто совершает такие поступки, но тот, кто совершает их так, как делают это люди справедливые и умеренные. Да, то есть Аристотель делает простой вывод, который мы уже 10 раз делали, что действие не является показателем добродетели. Только тот добродетелен, кто совершает добродетельный поступок и сохраняет при этом эти 4 вещи внутри самого себя. Делает это сознательно, избирает этот поступок преднамеренно, ради самого поступка и совершает этот поступок снова и снова, уверенно и устойчиво. То есть, смотрите, даже здесь кажется, добродетель подразумевает некую длительность. Так что правильно сказано, что благодаря справедливым поступкам человек становится справедливым и благодаря умеренным – умеренным. Да. То есть действительно можно один раз сознательно и преднамеренно и ради самого поступка избрать добродетельный поступок. Но появляется 4-е условие – уверенно и устойчиво, а это значит повторение. И в этом повторении мы становимся добродетельными. Угу. Без таких поступков нечего и надеяться стать добродетельным. Однако в большинстве своем люди ничего такого не делают, а прибегают к рассуждению и думают, что, занимаясь философией, станут таким образом добропорядочными. Нечто подобное делают для недужных те, кто внимательно слушает врачей, но ничего из них предписаний не выполняет. Ибо так же, как тела при таком уходе не будут здоровы, так и душа тех, кто так философствует. Да, точно такой же вывод, что знание добродетели не делает добродетельным, мы находим и у Ксенофонта, это Меморабилия 4.6.6, где Сократ доказывает Евфидему, что знать законы и поступать законно – это не одно и то же. Теперь надо рассмотреть, что такое добродетель. Да, общее определение добродетели уже было дано. Теперь надо углубиться в его детали. Вопрос о том, как стать добродетельным, мы рассмотрели. Но надо договориться о том, что такое добродетель. Заметьте, до этого он говорил, что для того, чтобы стать добродетельным, не нужно знания.
Но то было для простых людей. Сейчас же для законодателей, учителей и законодателей, конечно, нужно знать, что такое добродетель. Поскольку в душе бывают три вещи – страсти, способности и привычки. Привычки, да, то есть пафос, чувства, естественные способности и искусственные привычки. То добродетель, видимо, соотносится с одной из этих трех вещей. Добродетель не есть одна из этих трех вещей. Она относится к одной из этих трех вещей. Мы уже знаем, какой. Привычки. Страстями или переживаниями я называю влечение, гнев, страх, отвагу, злобу, радость, любовь, ненависть, тоску, зависть, жалость, вообще все, чему сопутствует удовольствие или страдание. Способности – это то, благодаря чему мы считаемся подвластными этим страстям, благодаря чему нас можно, например, разгневать, заставить, страдать или разжалобить. Нравственные привычки или склад души – это то, в силу чего мы хорошо или дурно владеем своими страстями, например, гневом. Если гневаемся бурно или вяло, то владеем дурно. Если держимся середины, то хорошо. Точно так и со всеми остальными страстями. Да, 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 да. То есть у нас есть такая хорошая триада страсти, то, что подчинено этим страстям, и то, что подчиняет их. При этом то, что подчиняет их, искусственно. Итак, ни добродетели, ни пороки не суть страсти, потому что за страсти нас не почитают ни добропорядочными, ни дурными. Вот это супер круто, потому что когда Аристотель начнет говорить о сознательном выборе, а он уже начинает о нем говорить, вы только и будете делать, что видеть бесконечную современную цивилизацию. В состоянии аффекта всякие, за что судить можно, за что нельзя, какой поступок считается преднамеренным, и все это здесь. Добродетель – это не страсть, потому что за страсть нас не почитают, не принижают, не хвалят, не оскорбляют. Угу. За добродетели же и пороки почитают, а также потому, что за страсти мы не заслуживаем ни похвалы, ни осуждения. Не хвалят же за страх и не порицают за гнев вообще, но за какой-то определенный. А вот за добродетели и пороки мы достойны и похвалы, и осуждения. Угу. Кроме того, гневаемся и страшимся мы непреднамеренно, а добродетели – это, напротив, своего рода сознательный выбор. Или, во всяком случае, они его предполагают. Да, гневаемся и страшимся мы непреднамеренно. Помните, есть то, что подчинено страстям, а есть то, что подчиняет страсти. Вот то, что подчинено страстям, это тоже не добродетели. И они тоже не могут вести к осуждению, потому что мы не виноваты. Угу. И, наконец, в связи со страстями говорят о движениях души, а в связи с добродетелями и пороками не о движениях, а об известных наклонностях. Поэтому добродетели – это не способности. Нас ведь не считают ни добродетельными, ни порочными за способности вообще что-нибудь испытывать. И нас не хвалят за это и не осуждают. Кроме того, способности в нас от природы, а добродетельными или порочными от природы мы не бываем. Раньше мы уже сказали об этом. Поскольку же добродетели – это не страсти и не способности, выходит, что это привычки. Угу, итак? Итак, сказано, что есть добродетель по родовому понятию. Итак, добродетель – это свобода от того, что нас контролирует, от страстей и тому, что подчинено страстям, то, что Аристотель называет способностями. Эта свобода не естественная, она искусственная, она получаемая. И получается она путем упражнений, повторений и превращения в привычку. Желающая часть души, за которую явно отвечают страсти, или которая явно отвечает за страсти, это, конечно же, скотская, животная часть души. Восхождение над этой частью – это добродетель. Но восхождение над скотской частью души – это не высшая часть души, о чем было сказано в самом начале этого отрывка. Схема души немного усложняется. Но главное здесь то, что страсти и то, что подчиняет страсти, всегда относится к скотской части души, к животной части души. И мы не поднимаемся выше, чем это. Этическая наука – это низкая наука, занимающаяся довольно низким предметом. Быть может, не самым низким, потому что врачебное искусство как раз отвечает за не столько за животную часть души, сколько за растительную.
Да, то есть может быть еще более низкое искусство. Там поварское уж точно отвечает за растительное. Но она и не самая высокая. Впрочем, нужно не только указать, что добродетель – это нравственные привычки, но и указать, каковы они. Надо сказать между тем, что всякая добродетель и доводит до совершенства то, добродетелью чего она является, и придает совершенство выполняемому им делу. Добродетель – это средство достижения совершенства. Я не устану повторять о том, что Аристотель четко отдает себе отчет в том, что добродетель – это не самоцель. Никогда. В вашем примере с христианином идеальный христианин должен был бы исповедовать христианскую добродетель как самоцель, не как движение в рай. Аристотель не настолько зашорен. У Аристотеля ясный взгляд. Добродетель не цена сама по себе. Скажем, добродетель глаза делает доброкачественным и глаз, и его дело, ибо благодаря добродетели глаза мы хорошо видим. Точно так и добродетель коня делает доброго коня, хорошего для бега, для верховой езды и для противостояния врагам на войне. Если так обстоит дело во всех случаях, то добродетель человека – это, пожалуй, такой склад души, при котором происходит становление добродетельного человека и при котором он хорошо выполняет свое дело. Да, вы помните, дело человека, эргон, труд человека. Цель человека – это труд человека. Как цель свинюшки – быть съеденной, оказаться в пищевой цепочке. Так цель человека – достичь счастья. Добродетель не есть счастье. Она есть средство к счастью. Каково это дело, мы, во-первых, уже сказали, а во-вторых, это станет ясным, когда мы рассмотрим, какова природа добродетели. Итак, во всем непрерывном и делимом можно взять части больше, меньше и равные, причем либо по отношению друг к другу, либо по отношению к нам. Во всем непрерывном и делимом, да, не неделимом, а делимом, можно взять части большие и меньшие. То есть во всем, что каким-то образом объединено, можно найти части. Все, что каким-то образом объединено, можно разделить. Это наша новая поговорка, поговорка третьего дня. Угу. Равенство – это некая середина между избытком и недостатком. Да, можно поделить на равные части по отношению друг к другу. Равные в смысле одинаковые, ни больше, ни меньше. Равенство, следовательно, это середина между больше и меньше. Я называю серединой вещи то, что равно удалено от обоих краев, причем эта середина одна и для всех одинаковая. Середину уже по отношению к нам я называю то, что неизбыточно и недостаточно, и такая середина не одна и не одинакова для всех. Снова повторение. В отличие от математики и геометрии, этика приблизительно не все одинаково и не для всех. Нельзя придумать такой закон, и это тоже супергреческая штука, который был бы равен для всех. Закон, который равен для всех, это неправильный закон. Это закон, попирающий справедливость, попирающий представление о середине. А вот эта идея равенства, что все равны перед законом и так далее. Угу. А на откуда вы хотите спросить? Почему это несправедливо? Только что Аристотель говорит нам, что только в математике и геометрии то, что середина, середина всегда и для всех. В этике то, что середина, не может быть серединой всегда и для всех. Ну, это почему? Ну, смотрите, то, что делает добродетельным труса, это не то, что делает добродетельным смельчака. То, что делает щедрым богатого, это не то, что делает щедрым супербогатого. То, что делает великим человека, достигшего всех добродетелей, это не то, что делает великим философа. Но ведь есть поступки, которые делают любого человека преступником. Потому что это нарушение закона. Но опять-таки снова нет, потому что правильный закон, серединный закон, я хочу почти сказать справедливый закон, но это, конечно, тавтология, это закон, который не равен для всех. То есть для каждого человека свои законы? Не для каждого человека свои законы, но для разных групп населения свои законы. Но они и для этих групп населения, получается, не будут равны? То есть внутри группы? Там все равно будет люфт, конечно, конечно. Помните, мы говорили об этом чуть ли не на самой первой встрече, а именно, что современные законы не суперстрогие законы в вопросе наказаний. Да, то есть там обязательно есть маржин, величина от и до.
А сколько конкретно определяет судья? Но Аристотель еще более честен. На самом деле, вот наши законы, все эти от и до, все-таки предполагают равенство. Законы, о которых говорит Аристотель, не предполагают полного равенства. Наоборот, середина в случае этики все время разная для разных людей. То есть, условно, для Аристотеля было бы более справедливым, если бы профессор, который расчленил свою студентку, не понес бы наказание за это. Потому что он профессор, у него есть заслуги, то есть он стоит выше, чем простой человек. Ну, например. Подумайте о том, что Аристотель настолько прав, что современное общество целиком и полностью его поддерживает. Но ведь у нас законы... Смотрите, суперзвезда, сбившая кого-то на машине, она ведь не сядет. Да? А если это сделает простой человек, сядет еще как, с запасом. Но это делает от того, что законы плохие, или это делается в обход справедливости? Это делается от того, что, давайте я попытаюсь утрировать, что Аристотель настолько прав, что даже современные неправильные теории в практике все равно оказываются да. И то есть получается, когда звезда не несет наказание, то все по справедливости. Ну, то есть это справедливо, конечно, в той мере, в какой... Нет, это, конечно, вообще несправедливо, да? И я вот так стучу по микрофону, точно несправедливо. Но речь идет, конечно, немножко о другом, а именно о том, что для человека, достигшего высших добродетелей, законы не писаны. Ну и просто из этого не следует, что эти звезды, которые могут сбивать, допустим, на машине человека, обладают этими добродетелями и... Вообще никак. Вообще никак. Нет. Но они же и несут ответственность. Они не несут ответственности, потому что современный мир понимает, что с идеей равного правосудия что-то не так. То есть потому что они задают эту справедливость сами себе, не потому что они знают, что даже если я это сделаю, я поступлю справедливо, потому Нет. Я надеюсь, что нет. Так, например, если 10 много, а 2 мало, то 6 принимают за середину. Потому что насколько 6 больше 2, настолько же меньше 10. Это и есть середина по арифметической пропорции. Но не следует понимать как так середину по отношению к нам. Ведь если пищи на 10 мин много, а на 2 мало, то наставник в гимнастических упражнениях не станет предписывать питание на 6 мин, потому что... И это для данного человека может быть слишком много или слишком мало. Вы видите, вот я пытался привести пример, и у меня все дурацкие, а у Аристотеля отличный. И его пример решает все проблемы. Подлинная справедливость, как равенство, как середина, предполагает, что для каждого человека середина своя. И пример здесь присутствует. Хотя 6 находится ровно посередине, между 2 и 10, если вы попытаетесь... применить это к людям, у вас ничего не выйдет. Но мы это применяем не по отношению к растительной душе человека. А что, если с другими какими-то примерами это не будет работать? А, вы про калории, хорошо. Давайте попробуем еще что-нибудь тогда. Ну, то есть, что не затрагивает растительную часть нашей... Нет, так тут не про растительную часть. Нет, например, он построен именно на пище, то есть это на то... На пище, да. Не знаю, как объяснить. Ну, это для того, чтобы объяснить, что у каждого человека индивидуальные потребности. В смысле, индивидуальные души. Индивидуальные особенности добродетели. Скажем, если вы по жизни трус, то очень тяжело требовать, чтобы вы, значит, все время шли со всеми остальными в ногу. Причем в первом ряду. Помните, как решает эту проблему Сократ в «Меморабилии» Ксенофонта? Он говорит, умный стратег, когда он посылает юношу учиться к стратегу, Дионисодору, и тот ему ничего не учит. Он говорит, умный стратег поступает следующим образом. В первой шеренге идут самые смелые. В последней шеренге идут самые смелые. А посередине идут все остальные, которым некуда деться, потому что первая шеренга и последняя шеренга наступают. Вот здесь ровно то же самое. И это уже пример чисто из добродетельности. Для Милона этого мало, а для начинающего занятия много. Так и с бегом и борьбой. Поэтому избытка и недостатка всякий знаток избегает, ища середины, и избирая для себя именно ее, причем середину не самой вещи, а середину для нас.
Если же всякая наука успешно совершает свое дело таким вот образом, то есть стремясь к середине, к ней ведя свои результаты, откуда обычай говорить о делах, выполненных в совершенстве, не убавить, не прибавить, имея в виду, что избыток и недостаток гибельны для совершенства, а обладание серединой благотворно, причем искусные мастера, как мы утверждаем, работают с оглядкой на это правило. Да, заметьте, искусные, конечно же, добрые, но дело-то не в этом. Заметьте, как Аристотель красиво вплетает общепринятые мнения через поговорочку. То и добродетель, которая так же, как природа, и точнее, и лучшее искусство любого мастера, будет, пожалуй, попадать в середину. Я имею в виду нравственную добродетель, ибо именно она сказывается в страстях и поступках, а тут и возникает избыток, недостаток и середина. Как только Аристотель говорит «я имею в виду нравственную добродетель», мы тут же должны подумать об интеллектуальной добродетели и задать к ней несколько вопросов. Еще раз спросите этот отрывок. Я имею в виду нравственную добродетель, ибо именно она сказывается в страстях и поступках, а тут и возникает избыток, недостаток и середина. Значит, первое, интеллектуальная добродетель не сказывается в страстях и поступках. И она абсолютно. И второе, интеллектуальная добродетель не имеет середины, да. То есть она либо есть, либо ее нет. Или она... У нее не может быть середины. У нее не может быть слишком много или слишком мало. И это фактически означает, что либо она есть, либо ее нет, да. Так, например, в страхе и отваге, в обличении, гневе и сожалении, и вообще в удовольствии и в страдании, возможно, и больше, и меньше, а и то, и другое нехорошо. Но все это, когда следует в должных обстоятельствах, относительно должного предмета, ради должной цели и должным способом, есть середина и самое лучшее, что как раз и свойственно добродетелям. Относительность добродетели настолько страшная, что нужно учитывать не только человека, а нужно учитывать и время, и обстоятельства действия, и предмет действия, и цель действия, и образ действия. Мужчина, который рвет на себе рубашку и кричит «А ну-ка, иди сюда», в случае военного столкновения смел. А если это происходит на чьей-то свадьбе, то это явно не смелость. Да? Если это происходит в Думе, то это явно не смелость. Если это происходит у кого-то на даче, то это явно не смелость. И уж тем более, если это происходит при встрече с медведем, это явно не смелость. Почему? Да, да. А с... Потому что если вы кричите медведю «иди сюда», рвя на себе рубашку, то, наверное, все. Так а на войне, если человек обезоружен, он говорит «иди сюда», и говорит это человеку, который вооружен. Вот видите, вы... Смотрите, вы добавили еще одну квалификацию. Это будет смелостью. А теперь представьте ровно наоборот, что если он нападает с оружием на безоружного, вот это уже не говоря, а ну-ка иди сюда, вот это уже не будет смелости. Или смотрите, да, он безоружен, а на него нападает вооруженный, но был дан приказ к отступлению, а он говорит, иди сюда, это тоже уже не будет смелостью. И так далее. А чем это будет? Это будет исступлением, да, это безумие, да, конечно. И каждый раз вот все эти обстоятельства, они наслаиваются. И все их придется учитывать так или иначе в законах и в законоприменении. Потому что мы уже с вами не отделяем одно от другого. Это что, получается, правовые, как это называется? Когда правовые прецеденты, это называется, когда на основании вот такого-то другого решения выносится точно такой же приговор. Да, это называется правовые прецеденты. И раз уж вы их затронули, это настолько эффективная штука, что фактически все право в мире – это прецедентное право. Но если надо все досконально смотреть, то как бы уже не может быть прям абсолютно одинаково, если смотреть на цель. Именно поэтому прецеденты просто бесконечны. То есть прецедент помогает, я, конечно, не правовик, да? Прецедент помогает ориентироваться, в какую сторону принимать решение. Но он, так как он не может быть абсолютно идентичным тому делу, которое вы разбираете, это значит, что хотя вам помогают куда ориентироваться, вы все еще должны сориентироваться. Ну вот в Англии, допустим, абсолютно прецедентное право, да. А у нас прав... то... прецедент не является источником. Смотрите, у нас, конечно, формально нет, но по факту... Постановления Конституционного суда, те же, они являются прямым руководством действия. Более того, прецедентное право – это же римское право. Помните, там какая была идея за прецедентным римским правом? Идея была простая. Римское право – это решение римских судей, которые мы нашли, записанные решения. Решения римских судей записывались только с одной целью, одной единственной. Чтобы потом достать и еще раз.
Нет. Чтобы, если судья совершил то же самое преступление, его осудили ровно так же, как он осудил этого человека. Это и есть прецедентное право, и оно и гарантирует справедливость. Но мы забежали в какие-то прецеденты, и вправо вернемся обратно. Все настолько сложно, что в случае с добродетелью, видите, в случае с моральной добродетелью, в случае с интеллектуальной не так. Это, опять же, напоминает нам о естественных и искусственных добродетелях из государства. Условные и безусловные, да? Как вы помните. Все настолько сложно, что мы все время должны учитывать. Именно поэтому добродетель неотделима от фронесиса, от способности решать, как действовать в каждой конкретной ситуации. Именно нравственная добродетель неотделима. Да, конечно. Фронесис имеет отношение только к животной части души. Точно так же, как и в поступках, бывает избыток, недостаток и середина. Добродетель сказывается в страстях и в поступках, а в этих последних избыток – это проступок. И недостаток тоже не похвалит, в то время как середина похвальна и успешна, и то, и другое, между тем, относит к добродетелю. Да, ранее речь шла о действиях и привычках отдельно, о чувствах и страстях отдельно. То есть добродетель как привычка и действие – это одно, добродетель как способ подавить чувства и страсти – это другое. Теперь вдруг это все соединяется. Добродетель получает такое двойное дно, она становится еще более глубокой. Угу. Добродетель, следовательно, есть некое обладающее серединой. Обладание серединой. Во всяком случае, она существует постольку, поскольку ее достигает. Как только Аристотель углубляет добродетель, так сразу же он снова делает ее мелкой. Не надо думать о поступках, не надо думать о страстях, не надо думать о страдании и удовольствии. Мы должны думать о том, что добродетель является серединой. Добавим к этому, что совершать проступок можно по-разному, ибо зло, как образно выражались пифагорейцы, принадлежит беспредельному, а благо – определенному. Между тем, поступать правильно можно только одним единственным способом. В каждом конкретном случае добродетельный поступок – это только один единственный поступок. То есть, когда вы учитываете, какой человек действует, когда он действует, в каких обстоятельствах он действует, с какой целью и с какой душой он действует, у вас не будет люфта. Такой человек в таких обстоятельствах, в такое время, при таких условиях может поступить только так, если он добродетельный. При том, что разные люди могут поступать добродетельно абсолютно по-разному. В каждом конкретном случае, каждый конкретный случай можно разобрать до конца. Недаром первое легко, а второе трудно. Ведь легко промахнуться, трудно попасть в цель. В этом стала быть причина тому, что избыток и недостаток присущи порочности, обладание серединой – добродетелем. И Аристотель, видите, куда заводит завитушку-то? Середина-то одна, а полюса-то два. Поэтому полюсов много, вариантов поступить плохо много, а вариантов поступить хорошо только один. Ну, то есть, несмотря на то, что середина, по идее, должна как-то упрощать сам процесс, то она, наоборот, усложняет его тем, что в середину попасть как раз сложнее. Середина должна усложнять процесс понимания для нас с вами, как для законодателя. Теория должна. А попасть в середину, стать добродетельным – это всегда сложно. Да. То есть даже не сложно понять, как правильно поступить. Сложно поступить. Ну, то есть просто по идее легче быть средничком, чем быть наверху? Нет, в данном случае середина означает умение лавировать между страстями. Очень тяжело не поддаться своей страсти целиком и не подавить ее целиком. Ну вот, это сложнее, чем просто в одной из крайностей. Да, это и есть середина. Лучшие люди просты, многосложен порог. Итак, добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий в обладании серединой по отношению к нам, причем определенный таким суждением, каким определит ее рассудительный человек. Рассудительный человек – это фронимос, соответственно, от фронесис. Середины обладают между двумя видами порочности, один из которых от избытка, другой от недостатка. Аристотель не говорит, что полюсов у добродетели миллион, что это круг, а добродетель – это центр круга. Аристотель упрощает нам задачу пока что и говорит, что это отрезок, и добродетель – это середина отрезка. У отрезка только два конца,
Поэтому добродетели противостоит только переизбыток и недостаток. Когда речь пойдет о справедливости, мы поймем, что добродетель – это круг, в смысле, что добродетель – это центр круга, а порочность – это окружность. И там столько вариантов бесконечных, вот, что можно захлебнуться. И, скорее всего, ровно точно так же дела обстоят со всеми остальными добродетелями. Просто нас, как законодателей, справедливость интересует гораздо серьезнее, чем нас интересует щедрость, величавость, величие и чувство юмора. А еще и потому добродетель означает обладание серединой, что как в страстях, так и в поступках пороки приступают должное либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка. Добродетель же умеет находить середину и ее избирает. Именно поэтому по сущности и по понятию, определяющему суть ее бытия, добродетель есть обладание серединой, а с точки зрения высшего блага и совершенства – обладание вершиной. Да, Аристотель играет в то, во что часто играют классические политические философы или те, кто пытаются вернуться к классической политической философии, в трехмерность. Не думайте о том, что добродетель – это середина в отрезке. Думайте о том, что добродетель – это вершина треугольника без основания. Однако не всякий поступок и не всякая страсть допускает середину. Оп, и все, картина становится потихоньку сложнее. Ибо у некоторых страстей в самом названии выражено дурное качество. Например, злорадство, бесстыдство, злоба, а из поступков – блуд, воровство, человекоубийство. Все это и подобное этому считается дурным само по себе, а не за избыток или недостаток. А значит, в этом никогда нельзя поступать правильно. Можно только совершать проступок. Да, хорошо... это будет очень важно. Человек, совершивший проступок, может ли остаться добродетельным? Итак, у нас есть такие страсти, которые порочны, вне зависимости от того, их много или мало. Есть такие страсти, которые порочны в зависимости от того, их много или мало. Можем ли предположить мы, что есть такие страсти, которые добродетельны вне зависимости от того, много их или мало? Ну да, и... можем предположить. Можно ли назвать? Можете ли вы назвать такие страсти? Но это не страсть. Но это не страсть, да. Нельзя быть мудрым более или менее. Мудрость не страсть. Ну вот, а нельзя назвать, допустим, стремление человека там выживать как-то? Ну, это же не страсть. Ну, это естественный какой-то... Ну, это же не страсть, да, это же не чувство. Чувство – это страх в случае выживания, или голод – это чувство. А то, что вот Аристотель раньше говорил там про любовь, еще про что-то? Ну, хорошо, хорошо, а что? Ну, вот любовь, например, это же страсть. Ну, слишком... Да, ну и чего? Ну... Слишком мало любви, и вы бросаете своего ребенка умирать не, ну, на, либо на любит, улице. Либо человек любит, нет, либо не любит, нет? Нет. Слишком мало любви, и вы бросаете ребенка умирать на улице. Да? Как это? Забываете его в аэропорту. Слишком много любви, и вы не выпускаете его из дома, и он растет неполноценным, без друзей, без знакомых. Ну, вы знаете, да, ответ? Это вопрос или утверждение? Можно по аналогии с тем, что он уже приводил. Но он привел как однозначно дурные. Злорадство, бесстыдство, злоба. Он привел беззлобность. Беззлобность. Ее, в принципе, же... Ну, это страсть? Да. Но я понимаю, откуда вы исходите. Ну, вот, а что противостоит злорадству? Нет. Это тяжело гипотезировать. Но что-то существует. Я думаю, доброжелательность. Я думаю, сочувствие. Хорошо, давайте доброжелательность возьмем. Разве не является порочным доброжелательность по отношению к порочному человеку? Когда вы желаете ему стать еще более порочным и поддерживаете его в этом стремлении? В любом случае, доброжелательность к порочному человеку – это надежда на то, что когда-нибудь он станет врагом. Вот это как раз здорово. Ты... Нет, смотрите. И надеюсь, что станет еще хуже. Да, смотрите, давайте попытаемся вместе разобраться с этим вопросом. Значит, злорадство предполагает, что вы испытываете негативность по отношению к негативному или позитивному событию. Значит, доброжелательность означает, что вы испытываете поддержку. Позитивная. Позитивность, да. По отношению к негативному и позитивному поступку. Ну, это, знаете, эти сумасшедшие активисты, например. Есть английское слово enabler. Enabler – это тот, кто из лучших побуждений позволяет другому наносить себе вред. Есть отличный...
Есть отличный пример, который мне прямо знаком, потому что он в новостях был. Супер толстый мужчина, живущий в трейлерном парке, которого семья кормит, потому что он супер толстый, никуда не может выйти. Вот семья его кормит из доброжелательности. Но это же наш, ну вот он не может выйти, ему тяжело. Он однажды попытался выйти и сломал себе бедро. И после этого он не мог встать. И что они делали? Они продолжали его кормить. В смысле, его не надо было кормить? Нет, в смысле, ему надо было... В смысле, его не умели кормить? Нет, ну, понятное дело, что раз он толстый, он все время ел много, конечно. Но они не стали даже... Он не хотел скорой, потому что ему было стыдно. И они не стали вызывать скорую. И он заживо начал гнить, как в старых добрых пытках. То есть он же начал ходить под себя, и все. А когда его уже вытащили, когда уже натурально соседи стали жаловаться на запах, его вытащили, вот это вот доброжелательность. То есть ее все-таки может быть слишком много. Наверное, середина бы между доброжелательностью и злорадством по-английски называлась tough love. Да, вот это вот жесткая любовь. Когда ты, конечно, такой, я тебе желаю добра, но вот сейчас, значит, мордой в пол и делай отжимания, да? Но я буду рад, если вы подумаете на досуге и придумаете на досуге, значит, есть ли такие страсти, которые сами по себе могут считаться просто хорошими и потому не нуждаться в середине. И хорошо или нехорошо невозможно в таких вещах. Например, невозможно совершать блуд с кем, когда и как следует. Вообще совершать какой бы то ни было из таких поступков, значит совершать проступок. Будь это не так, можно было бы ожидать, что в несправедливых поступках, трусости, распущенности, возможно обладание серединой, избыток и недостаток. Ведь тогда было бы возможно, по крайней мере, обладание серединой в избытке и в недостатке, а также избыток избытка и недостаток недостатка. И подобно тому, как не существует избытка умеренности и мужества, потому что середина здесь – это как бы вершина, так и в названных выше пороках невозможно ни обладание серединой, ни избыток, ни недостаток. Но коль скоро так поступают, совершают проступок. Ведь, вообще говоря, невозможно ни обладание серединой в избытке и недостатке, ни избыток и недостаток в обладании серединой. Ни то, ни другое, да. Единственное, о чем мы думаем, раз мы не можем подумать о страстях, это, конечно же, мы думаем о мудрости. Но это же не страсть. Да. Но мудрость ненравственная и добродетель, она тут не обсуждается. Естественно, если бы мы брали мудрость, тогда у нас получалось бы, что вся эта идея с середины и середины, она никуда не ведет. Потому что мудрость – это только предел пределов, и у мудрости не может быть середины. Хорошо. У нас есть еще немного времени, но я не хотел бы начинать новый логический отрывок. Хотели бы вы что-нибудь обсудить или задать мне какой-нибудь вопрос, пока у нас еще есть немножко времени? Потому что дальше уже пойдет полный список добродетелей сначала, а потом пойдет обсуждение отдельных добродетелей. Или вы хотите услышать список добродетелей? Да. Хотела очень, ну, значительно вернуться назад. Uh-huh. Я остался вопрос, я его, в общем-то, не задала. Uh-huh. Я надеюсь, что... Сейчас отлично вам ответила. Мы обсуждали, что лучше хвалить человека за его дела, чем за его качество. Чуть-чуть дальше. Да, хвалить за качество невозможно. Да. Да. Это было бы намного лучше, чем если бы я сказал Сократ храм. А не сказал, Сократ классный, потому что он классно отступал. Потому что классно отступать и быть храбрым. Это же... Это не тождественные вещи. Именно поэтому это написал Платон, и это указание на то, что Сократ не храбрый. И именно поэтому Сократ в ответ на эту реплику говорит, так ты не пьян, а трезв, и ты мне мстишь за то, что я пришел соблазнить красивого мальчика, да, а не тебя. Алкивиад прекрасно, ну или, по крайней мере, Платон прекрасно дает себе отчет в том, что это не храбрость. Если все эти моральные добродетели неестественные, то есть неприродные, то как бы зачем сопротивляться природе? Все государства созданы как бы в природе, и они стоят говорить, как бы, ну зачем это? Угу. Хороший вопрос. Значит, мы возвращаемся к государству и... Есть несколько уровней обсуждения этого вопроса. Он очень сложный. Уровень номер один. Государство создается из необходимости, но существует ради благой жизни. Благая жизнь неестественна. Благая жизнь искусственна, она принадлежит цивилизации. И это второй слой ответа на этот вопрос. Государство может быть естественным в форме царства.
царство одно единственное, естественно, да, из семьи, где глава семьи и отец, получается селение, из селения получается царство, так Аристотель прямым текстом говорит. Но царство – это варварство. В царстве как раз нет практически никакой, в изначальном царстве нет практически никакой заботы о добродетели. Есть забота о том, чтобы подчиняться царю. Цивилизация заботится о добродетели, но цивилизация искусственна, она неестественна. То есть мы можем представить себе такой режим, который бы практически не имел законов или имел законы, а-ля там нагибайся, когда мимо тебя проходит царь. В этом государстве царил бы порок. И ни один здравомыслящий человек не назвал бы такое государство хорошо устроенным или хорошим. А некоторые бы, и я таких людей лично знаю, говорили бы, что такое государство существует только волей Господней, потому что нет никаких других факторов сдерживания такого государства. Что ж, давайте на сегодня остановимся и завтра продолжим.